Аромат абрикосового варенья на несколько часов буквально заполонил Щелковский парк. К месту необычного гастрономического представления спешили мамы с детьми. Авторы культурного проекта «Литературное варенье» приглашали поскорее принять участие в увлекательном мероприятии. Здесь не только варят ароматную сладость кругу семьи, но и приобщают классики, ведь в основе приготовления десерта лежат старинные рецепты, найденные в литературных усадьбах. В нашем понимании классик – это тот человек, который живет в усадебном доме, у него есть ягодник или фруктовые деревья, и из этого из всего перерабатывается, получается вкусный десерт, по-нашему, по-русски варенье, и с этим вареньем пьют чай, философствуют. Проект шагает по разным городам России уже несколько лет. Сварено уже более 300 литров варенья, восстановлено более 30 старинных рецептов. Приглашая превратить спелые фрукты в сладкий джем, организаторы не забывают и о культурной составляющей акции. Это интерактив в виде стихов, викторин, загадок и сказок. То, что мы готовили вместе с многодетными семьями Щелково, это один из форматов. Это формат культурного мероприятия, на котором каждый из участников может стать не просто созерцателем, но и в том числе поучаствовать в конкурсе, сочинить свою сказку. В Щелкове мероприятие состоялось при поддержке районной администрации и ассоциации многодетных семей «Много нас». Дети и родители с удовольствием приняли участие в проекте, а на память каждый забрал с собой вкусный сувенир – баночку варенья, оформленную своими руками. Наталья Медведева, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».